С подключением юзернейм. Сегодня мы поговорим о политтехнологиях. Сразу оговоримся, что на политику нам чуть менее чем все равно, а вот технологии действительно интересны. Помнишь наивную голливудскую клюкву в «Красной жаре»? Кокаином. Или злых комрадов из «Рокки 4». Конечно, сейчас это кажется смешным, а тогда это была полномасштабная кампания. Правительство США выделяло немерено денег, чтобы снимать и распространять подобные фильмы. В итоге американская мечта хакнула сознание целого поколения Пепси и воспитала в подростках презрение к совку через боевики на VHS. Дети 80-х-90-х росли, поедая пропаганду со вкусом клюквы. Безобидную на первый взгляд, но довольно эффективную, как выяснилось позже. Думаешь, холодная война закончилась? Как бы не так, она просто стала цифровой. И яркий пример – это победа Трампа на выборах президента США. Но как это произошло? На выборах президента США победил человек, которому прочили самую смехотворную политическую судьбу. Бизнесмен, шоумен и просто сказочный Дональд. Неужели русские хакеры действительно нанесли ответный удар? Сами американцы смеются над этой версией, но что если это правда? Как на деле хакнуть выборы другой страны? Итак, что мы знаем об атаках? Почтовый сервер Национального комитета Демократической партии США был взломан в июне 2016-го, за полгода до выборов. Вся переписка и грязные политтехнологии по продвижению Хиллари вылезли наружу. Клинтон занервничала на дебатах и поплыла. Отсюда пошел другой слух о хрупком физическом и психическом здоровье старушки Хиллари. Хакеры смогли сотворить такое при помощи фишинговых ссылок, разосланных сотрудникам Нацкомитета демократов. Чтобы получить данные имейлов, хакеры, по некоторым данным, отправили около 2000 сообщений. Этот метод довольно действенный и незаметный, почти шпионский. Но как это указывает именно на русских хакеров? Тут, конечно, уже начинаются спекуляции. Незадолго до атаки на демократов неизвестные проделали то же самое с антидопинговым агентством ВАДА. Хакеры украли информацию о тестах спортсменов, которых отсеяли из олимпийской сборной России. К тому же атаки приходились на дневные часы по, внимание, московскому времени. Но, честно говоря, оба эти факта довольно сильно притянуты за уши. Ну ладно, хакнуть почту Клинтон было несложно, учитывая слабую защиту почтовых серверов и компьютерную безграмотность сотрудников предвыборного штаба. Но как можно было подделать реальные голоса избирателей? За Хиллари агитировали Мадонна, Тейлор Свифт, Канье Вест и даже Леонардо Ди Каприо. Что уж говорить, сам Элвис воскрес, чтобы отдать за нее голос. Неужели русские хакнули всех американских звезд и их фанатов? Это у нас в России подтасовки делаются примитивно, по старинке. Вбросы бюллетеней, избирательные карусели, подкуп бездомных колбасой, ну вот это все. Но в Америке дела обстоят иначе. В большинстве американских штатов есть такая штука, как электронные бюллетени. На выборах около 58% американцев проголосовали цифровым способом, не приходя на участки. То есть один клик, один голос. Но когда письмо с голосом избирателя отправляется на участок по почте, его можно перехватить. Американцы просто не удосужились защитить электронные бюллетени шифрованием. Об этом еще в 2011 году говорил эксперт по безопасности Дэвид Джефферсон. Вот его цитатка. Устройства для регистрации автоматического подсчета голосов являются важнейшим компонентом в избирательной системе США. Но из-за разъебательства прогеров и внутренних ошибок эта система крайне уязвима для атак хакеров. Для подтасовки результатов выборов хватит пары десятков людей в ушанках и с лэптопами. Все, что им нужно, это в течение суток перехватывать письма с голосами со всей страны. Ведь все они направляются на один почтовый ящик. А для выявления писем с неугодными голосами достаточно настроить простую программу для парсинга по одному ключевому слову – Клинтон. Смекаешь, к чему мы клоним? Подобная атака хакеров вполне могла произойти во время президентских выборов в США. Мы не утверждаем, что именно так оно и было. Но гипотетически хакнуть выборы в стране, которая доверяет подсчет голосов машине, но при этом не шифрует данные, которые эта машина получает, вполне себе возможно. К слову, в подтасовке выборов обвиняют две русские хакерские группировки. Fancy Bear и Cozy Bear. Опять клюква про медведей и балалайки. Вот и получается очередная холодная, но уже кибервойна. Легенды про русских хакеров, которые вершат судьбы американцев, звучат красиво. Но скорее всего сами избиратели справились и действительно выбрали Трампа. Правда, не без помощи тех самых современных политтехнологий. Достаточно вспомнить историю с таргетированной рекламой на Фейсбуке, которую
которую запустил зять Дональда. Но это уже совсем другая история, и о ней мы тоже когда-нибудь расскажем. А сейчас нам нужны ваши пальцы и друзья, которым вы расскажете об этом видео. И обязательно подписывайтесь на канал.